Водитель Ниссана, 19-летний сочинец, совершил наезд на двух мужчин, которые перебегали проезжую часть в неположенном месте на неосвещенном участке. В результате один из пострадавших скончался на месте, второй был госпитализирован. Спустя час, несмотря на усилия медиков, мужчина умер. Сейчас устанавливаются личности погибших. Еще одно ДТП произошло на улице Пластунской. Водитель автомобиля «Фиат» врезался в остановившийся перед светофором мотоцикл. После столкновения машина врезалась в металлический забор. Пострадали 25-летний водитель и 23-летняя пассажирка мотоцикла. С диагнозом сочетанные травмы, они госпитализированы.